технички. У нас никто не будет снимать с вертолета. У нас можно взять кредит там 130 тысяч и конкретно проехать на них в Россию, я вас уверяю. Не бойтесь ничего, мы на 2 дня должны быть в кармане, имели только 2 билета и все, выключенный мозг. Не было никакого плана, никакого маршрута, мы действительно не знали, в какие города мы приедем, это факт. Мы все по наитию как-то шли по карте, тупо по Яндекс.Картам, мы проехали всю страну. Даже не нужно ничего покупать, никаких хатов. Слушайте, все здорово, у нас прекрасная страна, она готова к вам, ко всем. Я вам реально рекомендую. А люди там другие, и вы другие. Потому что они там все вот говорят, что есть мы, есть Запад. А мы на Запад едем, и нас все спрашивают, а как там? Понимаете? И вы не должны меня спрашивать, как там, вы должны знать это сами, потому что это совершенно другое. Я проехал поездку, мне писали, что я изменюсь, я вернусь другим человеком. Я уже 3 раза другим человеком стал, я вас уверяю. Потому что Восток, центральная часть, и вот предместье Запада, это совершенно разные вещи. Я посмотрел 6-ю Понторезку недавно и понял, что все херня, надо заново писать. И вообще не для тех людей я снимал, понимаете? Все-таки Питер и Москва, и Россия, совершенно разные вещи. Там такие классные люди, вы не представляете, а? Отломали зеркало, молодцы. Значит, будили 4 часа ночи, пытались накормить, тоже молодцы. Что только не делали с нами, вообще красавчики просто. Но было многое хорошего. То есть все-таки они хоть 4 часа ночи-то и разбудили, но все-таки накормили. Пусть я этого не помню, у меня уже из ушей лезли эти батоны, но тем не менее. Вообще была в комментах правильная фраза, что это всероссийская акция «Накорми очкарик». Реально, нас все горд, просто мне все несут еду, это жесть. Нельзя, конечно, так давить на жалость. Реально, это какое-то безумие. Мы вчера с Саней едем, у нас в салоне воняет, мы поняли, что сгнила уже еда какая-то там, мы не знаем какая, потому что она там слоями уже наложена. Мы сегодня, вот сегодня люди на видео заметили правильную вещь. Мы все это из бусика выгребали, бомжи слетелись на запах. Конкретно мы выставляем, а они уже сзади там шинкуют. У них своя очередь, понимаете? Они там, ребята, мы сами разберемся, не надо ничего. Мы еще с Саней не поделили, они уже за нас делят там три палатки. То есть реально Москва прямо вздрогнула, а помойка приехала. Все здорово. Там Одинцово, где Саня живет, это вообще... Ну, супер, понимаете, когда нас люди пускают в свои квартиры пожить, говорят, что у меня есть место, мы приходим, выясняем, что это многодетная семья, у них так навалит, и они все надувают матрасик, на него ложатся, а нам свою кровать оставляют. Мы поняли, что они, конечно, нас налюбили, у них места ни хера нет, но как от этого отказаться? Представляете, как они отказались? И когда паренек зовет, говорит, типа, ребята, место не проблема, у меня свой загородный дом, там 2 этажа, потом в реале это школьник, и он живет в одной комнате, на этом 2-м этаже у него еще 4 брата, 2 сестры, родители, бабушка, и он опять же на полу, а мы на его кровати, блин, двухэтажный дом, прошло, мы там представляли. Итальянцы нам предложили хату с пилоном и джакузи. Мы причем сказали, что мы не знаем, есть ли там интернет, а нам только интернет и нужен был, нахер нам пилон и джакузи, но тем не менее. То есть люди отдают конкретно лучшее, причем блогеры, и все на самом деле встречали, все всегда были в контакте, пусть кто-то за кадром, пусть кто-то там невидимый, но тем не менее, всегда все на ответ, слушайте, нет звезд, мы это поняли. Все очень отзывчивые люди, абсолютно постоянно норовят там за день еще узнать, где ты, когда ты приедешь. И в день, каждый час поступает сообщение, как ты там, то есть прям хотят уложить и одеялом накрыть, это потрясающе. Сколько нам отдали Тосола, сколько нам заправили дизеля, у меня полный багажник до сих пор Тосола, если кому надо, кстати, я могу раздать эти канистры. Тебе еще пригодится? Ну, не знаю, сегодня она прямо собралась, наша вот эта машинка прекрасная собралась, и сегодня я ни разу не кипел, и мы только долили Тосола в Москве, и она приехала, представляете, 700 километров сама, то есть ничего не случилось. Я не знаю, как так, жарко причем было, и ехал я быстро сотку на все деньги прямо. Окушал сегодня? Ну, наверное, она уже чувствовала, что уже надо, потому что все равно ее туда дотащат так или иначе. Это знаете, как я
конце сходки говорю, не переживайте, я со всеми сфотаюсь, вы все равно меня никуда не отпустите. Вот реально, я знаю, что действительно со всеми фотоюсь, потому что последние какие-то обычно качки, а если с ними не фотоешься, они тебя уносят домой, фотоют там. Лучше все сразу здесь как-то завершить и расстаться с друзьями, это реальная тема. А сидеть после этого комфортно? Сидеть комфортно, поверьте, это шоу-бизнес, здесь все через жопу, это не шутка. Это, вы к этому привыкаешь. Смотри, что они сделали с автобусом, смотрите, эти страшные люди. И это причем такие же, как вы сейчас. Я вам раздал фломастеры, вы же тоже будете творить такую же срань. Не надо себя убеждать, что вы другие. Конечно, кончили. Они осталось два. Дальше он будет продаваться. Ребят, у меня нет денег, мне надо его продавать, потому что надо снимать фонтарезочку, то она вся убыточная. Чего там? Еще к Жорику ехать, наверное. Рома Лутошкин, знаю тебя, писал ты мне в личку. Здравствуй. Известный ты человек, кстати, Рома Лутошкин. Но я хочу 90, братиш. Покажи мне фокус, достань 3 раза по 30. Я готов тебе один раз. Один, я жадный. Ну, на самом деле я понимаю, что ей цена на самом деле копейки. Но постоянно все просят устроить Рому Лутошки, ничего себе, мне выносит мозг ты пришел. Да я знаю тебя прекрасно, что ты представляешься, все тебя знают. Не суть. Да, короче, сейчас договорю. Все хотят сделать аттракцион, по сути, да, аукцион. Я понимаю, что это полный бред, и никто за нее никакие деньги не даст, но что-то в каждом городе все просят, давайте обосремся публично, сделаем аукцион. Ну почему бы нет, назначим, скажем, старт, там, я не знаю, в 40-е, тот же в 30-ку, совершенно справедливый ценник был назван, на самом деле, за это состояние. И посмотрим, может кто-нибудь даст больше, я вообще не гарантирую. Костя, я ВДВшник смотрит? Ну посмотрим. Да. Там еще была фраза, ну ты что-нибудь нормальное это хоть скажи. Вот такая. Ну да, кстати, вот реально жалко Чебоксарам, просто им не повезло, потому что встречали в Чебоксарах, я вам хочу сказать, просто пушечно. Ну и в момент обломал и зеркало, и до этого, на самом деле. То есть люди очень отзывчивые, как они орали, когда я думал, стекла разобьются. Они, по-моему, не орали, они такое ощущение, что все умирали там. Но это самый громкий крик при встрече меня, это точно были Чебоксары, 100%. И единственное, там что-то Горелов накосипурил, он объявление сделал, типа, встреча в таком-то клубе, а потом оказалось, что вход платный, но про это никто не знал, как бы, на момент входа. Но у них там свои чебоксарские движения, и, не знаю, иногда региональную логику проще не понимать, то есть ты отдаешься вот в эту волну и окей, делайте, как вы знаете, потому что каждый раз, когда мы просили, чтобы местные довели нас до города, это капец, как долго мы ехали пешими, я не знаю почему. У них синдром таксиста, но всех они счетчик наматывали. Но это... То есть мы постоянно, мы потом уже на пятом каком-то городе, мы поняли, что мы соглашаемся, да. Человек уходит направо, мы быстро сворачиваем, едем по Яндексу и приезжаем первыми. То есть есть такая тема. Ну а в целом, что я вам хочу сказать, ребятушки, мне вот в Питере, например, негде жить, у меня нет сервиса, который бы меня дешево ремонтировал. Во всех городах за 10 тысяч километров мне в каждом городе предлагали остаться жить, и у меня был сервис, который готов был сделать мне капитал. Вы понимаете, где люди-то живут на самом деле? Что вот там правая часть карты, это вообще просто кладезь, я вас уверяю. Я вначале писал в видео, что я рассчитываю на то, что Россия щедрая душа, но я нифига не рассчитывал, что настолько. Нас просто хотели закормить до смерти и оставить обязательно у себя на 50 лет, и уже пенсию сразу выдали. Ну, потрясающе. Даже милиция всегда была нашим другом. Никто нас никогда не останавливал без повода. И подходил к нам, опять же, без повода. И когда всегда вот такие собрания происходят, приезжал наряд полиции, он просто сфотает что-нибудь, отзвонит на руководство, в крайнем случае спросит, что мы здесь делаем, и все. Никакого противодействия нам мы ни разу не встречали, хотя мы также стояли вот под разделителем, перекрывали также движение, да. Но реально все здорово, страна-то отзывается в сутки. А вот сотрудники торговых комплексов, это, конечно, челядь страшная. И причем, чем восточнее, тем она более чувствует эту
это наше место, это наша парковка, это наша территория. Но в любом случае все идут нахер, потому что я сразу сам вызывал милицию, и милиция, кстати, во всех регионах сразу набрасывается именно сотрудников охраны и все разруливает. Реально. Меня даже никто ни разу не снимал с автобуса, они просто даже ко мне не подходили, не спрашивали. Там Саня разруливал, мы говорили, что это мой администратор, у него реально мой паспорт и мои права. У меня с тобой вообще ничего нет, мы сразу так и говорили, поэтому он все решал и реально помогал. К сожалению, у Сани есть жизнь, это вот такая проблема дурацкая, которая мне как бы не знакома. Работа, рост, все это чуждое явление. И поэтому он пришлось на некоторое время покидать, так сказать, наш прекрасный проект. Но потом он, когда узнал, что мотору плохо, он что-то все равно забанил и работу, и близких, и всех. Взял два троса, две канистры, там со всем, чем мог, и на тачке рванул навстречу. И мы с ним прям реально встретились на трассе однажды. Вообще еще выдернул друга своего, который потом обратно эту тачку гнал за нами. И на самом деле Саня развалил дико. Во-первых, потому что он не давал мне спать до 12 часов дня, я бы обязательно так делал. Как только он уехал, я сразу ехал до 3 ночи и спал до 12. Это мой профиль, поэтому, соответственно, я ничего не успевал снимать, потому что световой день очень короткий. И поскольку Саня вставал рано утром, он еще при этом и рулил. То есть я спал, а мы при этом перекрывали большие расстояния, и я чувствовался к вечеру еще готовым к общению с людьми, то есть не как сегодня. Это очень важно. И вообще, в целом, он реально выручил. Поэтому, когда там, конечно, писали, что он сдулся, уехал, было немножко обидно, но, в конце концов, он сам виноват. Он хотел интригу, он ее получил, полную личку этой интриги. Он потом понял, что надо как-то поаккуратнее с интригой, но, тем не менее, ему все понравилось. И я бы не сказал, что мы прям там были супер командой и так далее, но почему-то, когда я уезжал, я его обнял прямо аж за щеку. Не знаю, как-то все-таки 3 дня в одной постели с Царевым – это ощущение, конечно, непередаваемое. У него есть преимущество, он очень большой, он прогревает вокруг себя палатку и землю на 2 метра. Всегда спишь в тепле, на самом деле. Я понял, что вообще надо дружить с толстыми, они прикольные. Я никогда почему-то их недооценивал, но у них масса преимуществ. Они всегда набирают много еды, воды, вкусняшек, можно подтыривать это бесконечно. Вообще здорово. Даже постовые нас, когда один раз что-то забирали, Саня писал объяснительно. И он говорит, вы понимаете, мы едем на 100 тысяч рублей. Постовой говорит, а вы хоть едите, а ему начальник говорит, это я посмотри, по нему видно, что он ест. То есть, ну так, ну здорово все было. Из основного прикола, который мне почему-то больше всего въелся в голову, я не знаю почему, но именно это, что примерно до Иркутска не знаю, что такое кондиционеры в помещении. Реально это не модно. Вы заходите в магазин на улице 45. Зачем вообще морочиться? Пропотеете сами, остынете. Ну зачем вы кондиционеры? Не нужно. Мы купили сами мороженое, была очередь в кассе. У нас нет мороженого, на по факту с чеком. У нас просто пакет с молоком и бумажка. Ну реально все дико жарко было. Реально, слушайте, 42-45. Я слушаю новости, вот эти ужасы, что типа оказывается в Питере самое холодное лето за 20 лет. И думаю, какие у вас проблемы вообще? А у нас там просто, ну, пришибало просто к земле. Реально, асфальт плавился. Фурам не разрешали днем ехать по трассе. Их заворачивали, чтобы они не проминали асфальт и так далее. Но они как-то все равно просачивались наивно и тут же закипали. Очень много поломок было. Очень много было перевалов. И, кстати, такой симптом, а интересно, нам в каждом городе говорили, что скоро мы сдохнем, потому что впереди перевалы, впереди у нас самая злая милиция, татары мне говорили, что у них самая злая милиция. Этим же вечером мы уезжаем со сходки, все ломят нахрен под красный вся колонна. То есть я-то уже поехал под, вот как я называю его, верхний желтый, а они все за мной, и как-то злая милиция куда-то почему-то испарилась, никто ее уже не боится. То есть, знаете, очень много слухов и очень много мифов. Я когда туда уезжал, мне все просверлили голову, по-моему, даже и Борика просверлил, что ты не боишься, как ты будешь ночевать у подписчиков, как ты будешь делать. И настолько меня прозомбировали, что я реально был в каком-то опасении, оно только неделю проходило. И каждый новый регион мне говорил, что дальше будет жесть, что вот там, где нет нас, там все прямо реально, комары воруют детей. Но нет, такого не было, кстати, на самом деле. Поездка, я вам хочу сказать, суперкомфортно. Если вы хотите ехать с женой, ребенком, чужой женой, с чужим ребенком, да, у вас все это получится, я вас уверяю. Конкретно любая тачка может проехать этот маршрут. Только не надо так спешить, может быть, немножко больше уделите внимание технической части машины.
Потому что мы действовали по максимально долбанскому варианту. Мы не проверяли подвеску до сих пор, мы понятия не имеем, что там. Мы не поднимали на яме, ну, пока сальник не прошибло, конечно, и так далее. Нам сказали, что у нас мост, оказывается, греется чуть ли не до красна. Мы на какой-то сервис доехали. А мы после этого не меняли масло, и так и едем, и он не воет. То есть мы просто вот, ну, максимальная беззаботность, понимаете? Ни черта нас не везли, и все это прокатило. Я не знаю, прокатит ли оно еще так, если сделать, но мне кажется, вот поменять мотор конкретно, да, и она вернется во власть. И дело не в том, что это драная Япония, херня это вся Япония, поверьте. Понятно, 25 лет это та вещь, которая уложит на лопатки любой автомобиль. И Opel, и BMW, и Toyota, мать ее, как они ее там любят, да. Но не беда, главное, что дорога хорошая, и самые глухие отрезки, ничего себе голос у меня просто. Самые глухие отрезки трассы, на самом деле, они же самые хорошие. Сломаться по вине дорожников на перегоне, скажем, Чита-Хабаровск, который вообще вакуум в плане людей, нереально. Все у вас будет хорошо. Если у вас хотя бы с собой полбака бензина, вы обязательно доедете до ближайшей заправки. А возле нее, как правило, будет маленькая, но гостиница. Я не говорю про то, что вообще элементарно везде ночуются в палатке, все очень здорово, куча речек, озер. Ну, не пропасть там никак без воды и еды, поверьте. Это не экстрим, который показывают там на канале Discovery, моя планета и, не знаю, TLC, моя ужасная история. Тут все здорово. Крайне рекомендую обязательно всем вам съездить, потому что, ну как вам сказать, это та история, которую вы будете рассказывать внукам и детям. Это то, что нужно прожить. Если у вас этого не было, то этого не было. Можно долго об этом смотреть фильмы и слушать очкариков занудных. Но это абсолютно не решит корень проблем. А проблема в том, что страна все-таки разрознена. Единственное, что нас объединяет, это вот эта дурацкая ниточка трассы, которая никто не знает, в каком состоянии, все ее боятся, и все ждут, когда она будет построена или нет, и тогда поезд идет чертовски долго. Ну, понимаете, даже билет на самолет стоит всего 11 тысяч рублей. Да, если вы хотите сесть в отпуск, это всего 22 тысячи на дорогу, это, в принципе, по цене того же, там, Туниса, Египта и так далее, но это все решаемо. Вась, а можно вопрос по делу? Нет. Спасибо. Все, спасибо. Ты пиара хапает постоянно. Да не, я... Что бы ты изменил, если поехал еще раз? Еще раз? Ну, ну конечно, там, взял бы симку МТС. Да. На самом деле, я всем крайне не рекомендую брать с собой мегафон. Мегафон днище, просто... Именно из-за этих людей, которые называют себя федеральным оператором сотовой связи, и делают самое дурацкое, что они делают, эти рекламы, типа мы по всей стране, там поезд едет, елки. Хера там лысого, не елки, никому вы эти фотки не отправите, я вас уверяю. Никто не узнает про ваши елки, если у вас мегафон. Нереально нет нигде 3G, ни, все время эдж висит какой-то нестабильный. 8 мегабайт заливалось 2,5 часа, когда у меня реально хватало на это терпение. Если бы мы были не с мегафоном, у вас у всех было бы гораздо больше видосиков. И у меня было бы больше видосиков, больше фоток, было бы больше онлайна. Но спасибо, мать его, этим гребаным пидорасам, я так скажу. Хорошо, вот не стерпел. Но реально из-за мегафона просто половина бедов. МТС денег должен? Не-не-не. На самом деле там все накосячили, и то, что было у Сани, и тоже была куча проблем. А но... другие там берут вообще? Да, там все берут. Все берут, Россия здесь все берут. Все нормально. Почему монтировать не получилось? А потому что картинка скачет, оказывается, стабилизация в голове не включена. А вот как-нибудь там на что-то снимать. Вот там, слушай, поговорка «Шоссе не космос», там трясет, она как никогда вот про эту дорогу на самом деле. То есть это никак не исправит, да? Не-не-не, это никак не исправит, но если, конечно, у тебя там стедикам в голове установлен, или мозг, как у Гомера Симпсона, что он там не задевая стенки, то, ну, наверное, да. Но лично я не могу, потому что, ну, конкретно звука не слышно даже в наушниках, потому что трахома еще вся эта гремит. Картинка пляшет, то есть, ну, нет, фигня. Укачивает же еще, когда ты смотришь в одну точку, а не на дорогу и так далее. Это конкретно проблема. То есть, что бы я обязательно изменил, это, конечно, я взял бы с собой оператора. Я понял, что нужно было пёс с ним взять еще 100 тысяч рублей где-нибудь в кредит, и, допустим, это не относится к делу, но просто чтобы присутствовал еще оператор. Должен быть человек, который видит картинку снаружи, и когда нас съест медведь, он должен хладнокровно это снимать. Когда мы кипим, мне шпарит руки, чтобы у нас не выключалась в этот момент камера, чтобы она не падала. А чтобы реально все это было снято. Но в данном случае этого не было, блин, но получилось то, что получилось. А если в каждом городе день не оставлять на монтаж? Тогда до встречи в ноябре. Я тебе конкретно говорю, мы проехали 20, мы дали 20 стендапов в 20 городах. Сегодня должно было быть 24 августа. Удачи, пока.
Ну ты представляешь, как это вообще? Не, ну просто у Тёмы же как-то получается. Тут нет слова «нет», тут есть слово «на канале не выходит видео». Не сечешь логику чуть-чуть. Ты представляешь, что такое взять, забросить свой канал на месяц и уехать? И типа отдыхать там. Ты не будешь отдыхать, ты будешь просыпаться седой, потому что не выходит видосы и падает динамика подписок. То есть как бы, блин, ну у меня ничего нет, кроме Ютуба, понимаете? И обидно, если, мы, если все это можно, сможет прям сразу. Что тебе? Говорю, у тебя есть мы. Говоришь, ничего нет, кроме Ютуба. Нет, да. Ну, конечно, я понимаю, что ревность все-таки вместе с Царевым, это меня раздражало, да, я понимаю. Я слушаю тебя. Что нам же оставить, кстати? Спасибо. Огромное спасибо, что пришел. Всем вам спасибо, что пришли. Я понимаю, что ты там спрашивал. Давай слезаем. Когда бусик сжигать будем? Слезаем, сжигаем. Мне нужны бабки, как мы его сожжем. За цену этого бусика. Сейчас купим, гость. Давай аукцион. Сейчас аукцион сделаем. Давай по 500 рублей. И скинем его в Нью с Москвы. Миллиард прошло. Или может у тебя на даче на пьедестал поставим? Нет, ну мы сейчас загоним все это в маслгараж, но. А он, кстати, трудовой пусть, может, на биржу труда. Да что ж вы такие все. Костя, так тут народу сколько? Лезь сюда и говори сейчас для меня. Иди вообще никакого уважения к художнику. Да. Подарочки пошли. Какая прелесть. Да Питер. Погоди, погоди, это много коробок. Надо. Это присадка, что ли? Лей давай! Главное не сопротивляйся. Да ты безбожник. У нас другая религия, вы не врубаетесь. На самом деле. Положу так, вот так, так. Ну спасибо, я кстати попробую, реально. Вот как бы нет цензуры на самом деле, и я честно заливал, ну не знаю, зачем iMagnet сюда, странно, но не помогло. И мы это покажем, как бы, мне чем радует ВМП Авто, что я им звоню, говорю, вы понимаете, что не поможет, они говорят, да, лей, будет весело. За это я именно с этим спонсором, а не с Супротеком на самом деле, реально такие романтики вообще, с ними очень хорошо работать на самом деле, приятно. Ребята, чилочите там. Да? Выехать. А, ничего себе. Ну а как, прикинь, у меня два спонсора. Костя, спроси, чей лачитель лучше. Два шага до лятка. Сразу 20 рублей. Мне разница есть, мне кажется, все-таки. Костя, Костя, спроси, пожалуйста, чей лачитель. Человеку выехать надо. А где лачете стоит? А чей там лачете? Лачете! Лачете на разварках на 1.6 моторе. Не, вот на самом деле, да, я прикалываюсь, 1.6 начете на разварку, ну спорится, ё-моё, почему бы и нет, не знаю. Не, ну понимаешь, это хоть по делу, а тут, да, с японскими машинами есть вообще прикольная тема, поскольку здесь малые, они на самом деле немножко не те японские, как оказалось, как и там. Есть вообще идея на